Сегодня уже восьмой день мы здесь на источниках. И какие я хочу сказать наблюдения, потому что я вот эти все 7 дней была с внучкой, которой 7 лет, и с внучатыми племянниками. Мальчику 3,5 года, а девочке 11 месяцев. И вот мы ходили на источники 2 раза в день, завтракали и ужинали здесь в домике, и на обед все время ходили в кафе. Это 20 минут надо идти, там километр с лишним до кафе. По жаре все время ходили. После этого мы приходили, и дети хотя бы спали. Ну вот они спали у меня, потому что кровать большая, 2-метровая. Я спала посередине, и 2 сторон у меня детки. Вот 3,5 и 7. И, конечно, у мальчика проблемы. Нос гайморит. Гайморит и аденоиды у него. Потому что он прям, особенно когда лежит вот на этом боку, потому что здесь, да, я ему прикладывала, у него прям, ну, короче, получилось, что с левой стороны у него намного сильнее затруднен дыхание, он прям еле-еле дыхает. Это, конечно, очень плохо, потому что это идет гипоксия мозга. И такой ребенок быстро устает, поэтому их, конечно, надо лечить, и капли, но сосудосужающие нету смысла, потому что там надо вытаскивать вот это вот все. Поэтому мы были на источниках 2 раза в день, вода горячая, ну там от 35 до 38, вот мы в этих источниках, в этих бассейнах были. И из носа, конечно, у них вылазило очень хорошо. Потом я делала массаж, молоточком простукивала, научила племянницу, она сама, и научила ее делать вот это вот затылочно-лобное положение, когда мы делаем из все практики, да, и расслабляем кости черепа, потом только вот массируем вот лицо вот здесь, да, и расслабляла лицо вот так. Но это ребенку трудно сделать, потому что он начинает дергаться, открывает глаза, не расслабляется, но детям надо совсем-совсем чуть-чуть, это не нужно долго. И плохо едят дети, ну, в такую жару все плохо едят, потому что очень жарко. Но мы пили антипаразитарку, я с собой брала сбор, мы здесь собирали травы, и ребенок получше стал дышать, но у него одна проблема, он когда ложится спать, он скидывает себя, то есть он спит в пижаме, в носках, потому что вот только он уснул и скидывает одеяло, ты его накрываешь, он скидывает, я за ночь накрывала его в час по 3 раза, но он все равно скидывает. Вот с этим надо работать, это надо смотреть, откуда это, почему это, потому что мне кажется, это вот что-то наложенное, как путы на ноги. Я посмотрю со своими видящими, мы с этим разберемся. А так, конечно, прекрасно, вот они сегодня улетели, я в 3 часа проснулась, потому что у нас свет кончился, и вот с 3 часов не сплю. Сейчас жду, когда проснется внучка, мы переедем в гостиницу уже в номер, потому что нам домик большой не нужен, там гостиница ближе и лучше. Здесь в чем минус? Вода отключается, свет отключается, как-то более шумно, чем там в гостинице. Поэтому нам осталось еще 3 дня и домой. Всем пока!